Здравствуйте! Сегодня мы рассматриваем 15-й вопрос пробного варианта ЗНО по биологии за 2014 год. Какие рослины мают коренеплоды? Корнеплод – это видоизмененный корень, у которого центральная часть расширяется. К такому видоизменению корней относятся растения буряк и морковь. Пройдемся по остальным вариантам. Картофель и топинамбур имеют видоизмененные подземные побеги. Лук и чеснок – видоизмененные листья. Георгин имеет видоизмененные подземные корни, которые называются корни клубни. Это был 15-й вопрос пробного варианта ЗНО по биологии за 2014 год. Если вы хотите разобрать остальные вопросы, смотрите мои видео. Если вам понравилось это видео, ставьте мне лайк, чтобы у меня был стимул для вас работать.